Почему открытие исполнительного производства преимущество для должника? При открытии исполнительного производства появляется очень неудобная надпись в реестре должников. Пока производство открыто, у вас есть возможность избавиться от этой надписи. Запись в реестр должников попадает автоматически с момента открытия исполнительного производства и убирается при завершении исполнительного производства. По некоторым основаниям. И вот если завершить исполнительное производство, например, по тому основанию, что у должника ничего нет, и вернуть исполнительный документ взыскателю, то с одной стороны формально производство будет закрыто и действительно исполнитель ничего не сможет сделать, не сможет арестовать счета, не сможет продать имущество, но... Эта запись будет вам мешать жить. Вы не сможете распорядиться своим имуществом, не сможете продать, не сможете подарить. Это прежде всего касается там, недвижимости и транспортных средств. Вы не сможете нормально пользоваться банковскими счетами. Часто банки отказывают в открытии счетов на том основании, что вы находитесь в реестре должников. Также при каждом открытии счета банком, банки будут писать исполнителю, который внес запись в реестр о том, что должник открыл счет. Поэтому это неудобно. Если у вас там нету никаких активов, то, ну, в принципе, это, наверное, не имеет значения. Но если вы там планируете жить полноценной жизнью, то запись в реестре она будет вам мешать и от нее надо избавиться. И вот пока у вас открытое производство, у вас есть возможность избавиться от этой записи в реестре. Когда у вас производство будет закрыто, избавиться от этой записи будет проблематично. Моя позиция о том, что если у вас там нету никаких активов, то вам бояться о том, что открытое исполнительное производство не стоит, в конце. В конце концов, если сегодня у вас нет возможности закрыть это исполнительное производство, то у вас она может появиться там через какое-то время. Например, ну не дай бог, дам представим, что. Наша национальная валюта подешевеет, и у вас появится возможность реально за одну зарплату закрыть долг. Либо же, ну, представим, финансовая компания или банк, который является взыскателем по вашему исполнительному документу, будет ликвидирован. Это также является основанием для закрытия исполнительного производства. Поэтому решать, конечно, вам, но если вам не за что бояться, то открытое исполнительное производство... Это шанс еще все исправить. Если производство будет закрыто по возвращению исполнительного документа, то потом могут возникнуть проблемы.